Здравствуйте, Дмитрий. Какими судьбами вы оказались на территории тут диспансера? Да пошел прошвырнуться по ординаторски. Релашка какая-то. Да ладно, что ты гонишь? Яблок, небось, набрал. Умнопончик. Покажи яблочки, какие в этом году. Да вот. Вот, отлично. А запах-то понюхай как. Гуд. Гуд. Пипин, шафран. Ну так что у нас получается? Потому что Саша Ключ болеет ковидом, да? Да, Саша Ключ. Ну вот ты сейчас с ним разговаривал через форточку, да? Ну метров 20 между нами было. Он на третьем этаже, я внизу на газоне. Ну и как он объясняет, как у него это все началось, блин? Это... Ну выглядит он нормально, было очень плохо. Что? Он потерял нюх. Ага. Потерял нюх. Нюх. Нюх потерял, ничего там особо его не... Ну, была слабость, кумарит, типа колбасит, кости ломит. Кстати, сил нет, понятно, сил, короче. Но ни кашля не было, ни там, ни температуры особо. Вызвал он врача, обычного своего дежурного, но у них схема такая. Он пришел, назначил лекарство, он говорит, неделю мы с матушкой, он мать тоже, мама его. Туга, и вот они неделю, короче, пили вот мать, эту байду. Мать в другой больнице, в этой, инфекционной. Да. Пропили, потом вызвали скорую. Скорая приехала, вот так, как марсиане, все дела они, в костюмах в этих. Как Галкин говорит, мне, говорит, дают, как у летчика. Ну, типа, наверное, кислородную маску. Ну, я когда хочу, тогда дышу, да? Да. Ну, все, и приехала к ним бригада в этом, в костюмах, в оранжевых. Отвезли, положили, вот, четвертый день. С воскресенья, получается. Он говорит, вроде полегче ему стало. Сейчас хорошо, было бы плохо, ну, естественно. А, так у него сейчас еще пневмония пошла. Пневмония у него пошла? Да. Ни хрена себе. Но это, видимо, как бы это, диагноз ставят, то есть это, наверное, все время так. Так может, у него пневмония была? Ну, хрен виднее. Он сдал анализ, мазок, и через 3 дня сказали, что это, короче, бесплатно все. Через 3 дня... Показали, что у него ковид, приехала бригада в костюмах, забрали. Ага. Вот так, такой примерно схема такая. Короче, я так понимаю, когда ковид, это стопудово поднимается температура, да? Нет, он сказал, что стопудов это. Когда вкус теряет. Да, вот это. Ну, мы, слава богу, с тобой вкус еще не потеряли. Ну, хрен, курить надо меньше. А почему? Не знаю. Для чего? Ну, так, в общем, для здоровья. Ну и когда его выписывают, не сказал? Не сказали, не скоро, я так думаю. Сколько у них там стандарт? Наверное, недели 2, наверное. Да не знаю даже. Ну еще надо там учить было. Ну у него опыт большой, он тут как дома. О, ну Саша, в смысле, он... конечно, плохой смех. Вот, смотри, вот этот сад, там много было. Да там что-то какие-то зеленые яблоки. Зарабатки обобрались. Я вот сейчас шел по улице. Там дальше хорошо. Видел какие-то люди в паранжах. Сливы дерут там, блин. Я думаю, о, урожай. С голоду. Вон там на этой, на лучприборе разломилось. Вон, видишь, специально тазик, вон, синенький, ну, лежит. Посидеть, полежать. Но там это не очень. Там дальше есть лучше. Да. Ну были. Сейчас я в этом году не был. Короче, я так понимаю, домой я без яблок возвращаюсь. Он сейчас трясанем до себя. У тебя пакет есть? Пакет, да, есть. О, смотри, ништяк, такой же, все красненько. Ну, ага, это... Гнилое какое-то. Ну что, значит, будем... О, там вон две яблоки рвут. Ну, естественно. Значит, будем надеяться, что Саша выздоровеет в скором времени. Тут уже еще у Славика подобная фигня началась, у боцмана. Да. Саша Галкин уверен, что у него тоже ковид. Они должны созвониться просто. Обменяться симптомами. О, смотри, ништяк. Вот, собирай, о, давай. Кушай. Да я не могу, у меня какое-то. Ну ладно, желаю всем удачи. Диарея. Давай трусить яблоки. Метеоризм. Диарический метеоризм. У тебя отслив. Отслив вообще от изобилия. Я понял. Ладно, прощайся. Не болейте. Браты.